Мне пришло письмо по почте: приезжай, братан, к нам в гости навсегда. Посреди страны огромной, в дебрях Дальнего Востока, есть тайга. Ты построишь дом приличный для счастливой жизни личной у реки. Заживешь себе как надо, и в семье твоей родятся мужики. Я недолго сомневался, а потом за час собрался. И тогда самолетом, пароходом очень долго добирался в те края, где живут спокойно люди, за грехи других не судят у реки. И уходит вся зарплата на квартплату, и родятся мужики. А я возьму да закажу большой стакан кедровой водки. Давай, бармен, налей, налей стакан полней. Потом пойду, друзья, да прокачусь на лодке. Проведаю я белых лебедей. На краю земли великой, полусонной, полудикой, будем жить. И с открытою душою, дружбой честной мужской дорожить. Не столичные ребята, сроду не жили богато, не с руки. Только двери настежь хаты и любому гостю рады у реки. А когда беда нагрянет, каждый первый грудью встанет за страну, за красу ее лесную, за таежную ночную тишину. Как бы ни были страдания, муки, боль, переживания велики, не печалься, мать Россия, все невзгоды пересилят мужики. А я возьму да закажу большой стакан кедровой водки. Давай, бармен, налей, налей стакан полней. Потом пойду к друзьям да прокачусь на лодке. Проведаю я белых лебедей. А я возьму да закажу большой стакан кедровой водки. Давай, бармен, налей, налей стакан полней. Потом пойду к друзьям да прокачусь на лодке. Проведаю я белых лебедей.